Привет, вы на канале Девайс. Сегодня на обзоре материнская плата от компании MSI, модель ProZ690P DDR4. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту материнку, подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и разных девайсах к ним. Материнские платы MSI Pro серии помогают пользователям работать эффективно. В материнских платах Pro серии сочетаются отличная функциональность и высокое качество изготовления. Они идеально подходят для продуктивного труда. Плата базируется на чипсете Intel Z690, совместимые процессоры 12-го поколения для сокета LGA1700, максимальный объем памяти DDR5 128 ГБ, диапазон рабочих частот памяти от 4000 до 5200 МГц. Специалисты MSI фокусируются не только на экстремальном разгоне, но и на тех аспектах работы компьютера, которые важны при его ежедневной эксплуатации. Так, новые материнские платы MSI Z690 обладают улучшенной поддержкой памяти. Для применения оптимальных настроек модулей памяти достаточно активировать XMP-профиль. В материнской плате MSI Pro реализовано множество инженерных решений, направленных на компьютерных энтузиастов. Они предлагают огромное число разнообразных инструментов для тонкой настройки и диагностики системы, которые удовлетворят даже самого взыскательного пользователя и позволят достичь новых высот производительности. По мере того, как процессоры становятся все более сложными и включают в себя все больше ядер, растут требования к системам их питания и охлаждения. Инновационные инженерные решения, применяемые на материнской плате MSI, такие как радиатор системы питания с термопрокладкой, чья теплопроводность составляет 7 Вт на метр на Кельвин, позволят полностью реализовать весь скоростной потенциал самых мощных процессоров. Увеличенный радиатор системы питания помогает обеспечить стабильную работу флагманских процессоров под полной нагрузкой. Технология Core Boost — это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная подсистема питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания многомерного процессора, создавая идеальные условия для его стабильной и надежной работы. Системные платы MSI имеют необходимый набор температурных сенсоров для полного контроля всех ее элементов, включая процессор. Полный контроль над охлаждением системы достигается как в автоматическом, так и ручном режимах. С помощью интуитивного графического интерфейса можно задать до 4 температурных значений, для которых указывается необходимая скорость вращения вентиляторов. Вы можете управлять этими процессами как из BIOS, так и с помощью MSI Center. Охлаждение Frozer AI. Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты. С помощью технологии MSI AI Engine. Материнские платы MSI Pro предлагают отличные возможности по расширению конфигурации компьютера. Высокоскоростные сетевые, внутренние и периферийные интерфейсы помогают гибко настроить систему по своему вкусу. Технология Core Boost, продуманная разводка и 4+8 контактный разъем системы питания гарантирует стабильную работу процессора на максимальной скорости. Цифровая система питания. Благодаря высококачественной элементной базе и цифровой регулировке система питания обеспечивает безукоризненную работу компьютера даже в экстремальных условиях. Слоты PCI-Express Steel Armor на данной материнской плате имеют дополнительные точки пайки и усилены стальными элементами, что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений. Кроме того, такая конструкция слотов обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Два слоя заземления вокруг крепежных отверстий гарантируют защиту материнской платы от электростатических разрядов. На плате предусмотрен специальный высокоамперный разъем для подключения помпы системы водяного охлаждения процессора. Lightning USB 20G, высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает скорость передачи данных до 20 гигабит в секунду, что в 4 раза быстрее USB 3.2 Gen 1. 2.5G Ethernet, порт 2.5G Ethernet позволяет передавать данные по проводной сети быстрее, чем при применении широко распространенного оборудования стандарта Gigabit Ethernet. Это отличное решение для требовательных пользователей. Технология Memory Boost, полностью изолированная магистраль обмена данными с памятью, позволяет добиться высочайших скоростей. Lightning Gen 5, новейшая шина PCI-Express 5-го поколения, позволила увеличить пропускную способность до 128 гигабит в секунду.
MSI Center — это совершенно новая платформа, которая сочетает в себе все эксклюзивные функции MSI. Теперь вы можете найти все ваши любимые функции, такие как игровой режим или интеллектуальный приоритет, на странице наборов функций. Создайте свой собственный центр управления так, как вы хотите. Все новейшие функции MSI, такие как Smart Image Finder, MSI Companion и многое другое, уже включены в новый MSI Center. LAN Manager. Утилита LAN Manager способна автоматически определять тип приложений, которые пользуются сетевым подключением, и предоставлять наибольший приоритет самым важным из них. CPU Z MSI Gaming — это инструмент, который собирает и отображает все данные об аппаратном обеспечении и процессоре вашего компьютера. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную материнскую плату вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!